Меня зовут Усимов Евгений, я руководитель сети Retail Tourist, и сейчас официально для вас нахожусь в Таиланде, регион Паттайя. Отель у нас его не было по программе, называется он Woodlands. Я попросил, чтобы мне показали номера. Он маленький, один бассейн и корпус многоэтажный. Здесь мы кушаем. Это другой уже отель у нас, мы перешли в него. Он соединен дверью, но если у вас нет ключа, вы его не откроете. Вот он весь отель, он небольшой, маленький. Номер 1408. Тип номер это сьют. Премьер сьют, yes? Премьер сьют. Так, это гардеробная. Здесь у нас весы, тапочки, фен, я вижу, сейф, мало места, халаты, зонтики, все, что нужно. И даже, смотрите, есть утюг и гладильная доска. Круто, да? Так, здесь у нас есть Connect Room, покрытие на входе плитка, фен, вот смотрите, какой обычный, небольшой. Есть микроволновая печь, индукционная плита. И вот здесь вот даже, видите, есть посуда, потому что мы были в одном из номеров, и все есть, а посуды нету. И смысл от всего от этого счастья. Вот, смотрите, как круто. Ой, даже тостер, судя по всему. Да, тостер. Вы можете сами готовить себе чайный уголок. Вот он. Ага, здесь вытяжка. А, и вот кастрюля еще. Индукционная плита и чайник. Круто. Большой холодильник вижу. Вот он. Пожалуйста. Так, заходим в комнату. Что же у нас здесь? У нас есть дверь, которая соединяет с соседним номером. Вы можете с своими друзьями в гости ходить. Две кровати, тахта. How many people maximum? Two. Two people. Здесь говорят максимум два человека. Две бутылочки воды, плазменный телевизор, зона для работы. Так, идем на балкон. Пол деревянный, такой приятный он. Ай, в тайском стиле. Лакированный паркет, видимо. Балкон большой. Здесь есть кресло, диванчик. И вот вы видите вид на бассейн, на территорию. И вот он весь сам корпус, весь отель. Это все. Давайте ванну посмотрим. Ванна красивая. Здесь есть ванна. А также есть душевая кабина с тропическим душем. То, что я больше всего люблю. Это вот он. Смотрите, небольшой, такой среднего размера. Круг. Его достаточно, чтобы принимать душ. Давайте еще раз, чтобы всю красоту увидели, расположение. Действительно, здесь два человека, но вот есть диван, одно, наверное, не раскладной. Здесь может быть размещено и 4 человека спокойно. Кухонный столик, чтобы покушать. Отлично, мне все нравится лично. 14.09, это Executive студия. Здесь мы поворачиваем направо и попадаем в шкаф и в ванную комнату. Тут тоже весы, халаты, полотенца, тапочки. Все здесь есть, шкафу не буду открывать. Все как в соседнем номере. В ванной комнате что у нас? Ванна. Есть тропический душ. Туалет закрыт дверью. Первая комната. Это у нас гостиная и спальня сразу. Они введены. Один плазменный телевизор. Возле кровати второй. Это зона отдыха. Диван, тахта, коннект с соседним номером, в котором мы с вами были.
балкон. Опа! Балкон большой, еще больше, чем в соседнем номере. Видите, да? Вид у нас опять на бассейн, на территорию отеля. Здесь тихо, спокойно, никаких машин, никаких звуков посторонних нету. И вид у вас будет, когда вы спите, открываться на территорию отеля. Зона для работы. Зона для того, чтобы вы могли покушать. Судя по всему, здесь тоже есть кухня. Покрытие полка деревянная. Коврик есть. Кондиционер центральный. И здесь тоже вентиляционная плита или электрическая. Весь набор посуд, который вам может понадобиться для приготовления пищи. Здесь есть микроволновая печь, кастрюли. Здесь у нас, опа, набор для чая. Большой холодильник. Такой же, как у нас был в соседнем номере. Вот, смотрите, какая вкуснятина. Это тунгян, судя по всему. И вот повара стараются, готовят, батюшку вкладывают. Молодцы. Чай. Это наш повар. Thank you. Очень вкусно, но очень остро. Попробовал салатик вот этот вот и чуть не заикался, потому что он такой острый. А с виду и не скажешь, вроде ничего такого нету, но очень острый. Ну, вкусно, очень вкусно. На десерт был арбуз, папайя и дыня и кусочек мяты. Номер 1410, это Deluxe студия. Этот цикламер еще больше. Здесь у нас отдельная гардеробная, халаты, утюг, зонтики, сейф, тапочки. Все у нас здесь, видите? Все. Все, что вам нужно, все здесь есть. Тут же мы попадаем в ванную комнату. Вот она. С видом на номер. Окно есть. Душевая кабина с тропическим душем. У нас вот здесь вот все за дверками. Здесь у нас все то же самое: микроволновая печь, холодильник, плита, посуда, зона для принятия пищи, телевизор, кровать, диван. Он меньше по размеру, чем предыдущий. Кресло для отдыха. И вид у нас уже здесь балкон большой. Единственное, что вид боковой. Да, видите, вид уже на ресепшн, на въезд и на дорогу, и на терминал 21. Вот здесь он рядышком находится. С одной стороны фестиваль, он там где-то в том районе. Очень интересное расположение, то есть вы вроде бы в самом центре, и в то же время здесь такая тишина и спокойствие, что в жизни не скажешь, что вы находитесь в центре города. А, еще у них есть музыкальный центр, я вижу. Я думаю, они есть во всех номерах, просто я не открывал и не видел, что они тут есть. Видите, сабвуфер, музыкальный центр, плазменный телевизор. Все круто, мне нравится. И вот он, пляж через дорогу. Полоса здесь широкая. Здесь как раз-таки происходит поворот с терминала 21. Здесь есть светофор, нажимаете кнопочку, переходите дорогу, и вот вы на пляже. Шезлонги, 100 бат, как обычно, лодочки до острова. Как правило, 300 бат такая лодка стоит. Зона для купания. Я не очень люблю Паттайю, потому что мне не нравится здесь вода, она грязная. В них каждую среду происходит сброс канализации в море. На 3 километра, правда, они трубу вывели. Но сами понимаете, какая здесь вода, когда громадный город всю канализацию скидывает в океан. В море, извините. И вот, пожалуйста, так здесь песок, вода, все красиво, все хорошо. Все нравится. Вот наши отели, которые мы с вами смотрели под Holiday Inn. И за ним еще один.
Если вы хотите поехать на отдых, на нашем сайте вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска, бронирования и оплаты туров. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов, которые помогут организовать отдых, который вы хотите. Я буду вам очень благодарен, если вы будете рассказывать о том, что вы хотели бы видеть на нашем канале, какую еще дополнительную информацию, как улучшить обзоры, что вам требуется. Если вы будете писать ваши комментарии, отзывы, я буду вам за это очень признателен. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.